Второй день на базе «Ступинская» начался с приезда к нам Лёши Климова. «Ну, Лёша, — сказали мы, — вчера вода была мутная, с рыбкой было туго. Сегодня вся надежда на тебя». «Не волнуйтесь, братцы, все пропьем, но флот не опозорим, — сказал Лёша. Найдем мы свою рыбку, куда она от нас денется? Места тут богатые, а кто ищет, тот найдет. Вчера было хорошо, а сегодня будет еще лучше». Вот так повесили мы всю ответственность за рыбу на своего боевого товарища и пошли по реке на поиски рыбацкой удачи. Ну что, здесь поближе лучше видно? Чуть-чуть получше. Ну вот Виталий говорит, что... Здесь гибрид стоит. Один карась, да? У каждого охотника есть свои места. Сегодня за рыбные места отвечает Лёша Климов. Давай, Алексей, не подведи! Виталий Виноградов пошел на помощь Лёше, и они плотно вдвоем стали прочесывать акваторию в поисках трофея. Что видел, Виталь? На руке видел сазанчиков, в смысле карасей и одного маленького сазанчика. Ага. А на остальных нырках ничего. Ничего, да? Сазанчик очень мелкий, килограмм полтора. Маленький, да, но полтора кило, за два максимум. Понятно. Нет, сдаваться мы не будем. Зубами выгрызаем удачу из многокилометровой погони за рыбацким счастьем. Врешь, не уйдешь. Найдем мы рыбку, пустыми на базу не вернемся. Да, ну вот на второй день разослась рыбка, да, и мы, как бы у нас особо нет времени долго искать, ближайшие коряги просмотрели, вот Леша взял зубки у него, ну-ка, дай-ка зубки посмотрим. Пожалуйста. У него не зубки, о, клыки, у него клыки, 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 в отличие от щуки, у судака клыки, вот. Как у собаки такие. Я дерша, у дерша тоже нет, что ты хочешь? Да. Подошли к берегу, забрали Олега Гаврилина с сыном и бросились снова на поиски рыбы. Волга большая, мест много. Ищи, охотник, ищи и верь в свою удачу. Сюда поэтому не завел веревку, не водолазка. А я не знаю, она как-то, она, не понимаю, как она стоит здесь, зачем вообще. Видимо, это представляет только как-то. Потому что эта катушка, она, видишь, она и горизонтальная, и вертикальная. Да. Вот. Да. Давай познакомимся, представься, пожалуйста. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Степан. Степан, как фамилия? Комля. Откуда вы, ребят? Я из Нижнего. Из Нижнего Новгорода? Да. А живете где, здесь на базе? Не, в палатке. В палатке, да? Ну давай еще раз рыбку посмотрим. Ага. Да, поверни ее как бы так спинкой ко мне. Вот так, давай, чтобы встать. Всю красоту было видно, чешую всю, да. Вот весь рост. Вот так вот, да. Вот видите, охотник подводный в такой шторм, в такую непогоду, вот такую красивую рыбу взял. Вчера волна больше. Ну, мы что-то ездили, как бы у нас было тише. Сегодня, как кажется, сильнее. Но какая была прозрачность? Метр? Ну, чуть побольше. Может. Чуть больше, да? А где взял, наверху под берегом или вниз? Да нет, там мелко, там метра три. Стоял в корягах? Да. Стоял. Ну, шел он там. А шел, да? Ну, видишь, как бы шансы есть. Ну, с удачей. Давайте, спасибо. Чистой воды вам, да, крупной рыбы. Счастливо. Удачи. Удачи вам. Удачи, Андрюша. А вот и сазанчики. На глубине 8-10 метров темновато и видимость не ахти. Ну, а там, где помельче, уже что-то видно. Рыбу нашли. Алексей! А есть еще? Алексей! Сразу! Вот это...
сегодня шутили с Белогей, что Леша придет, рыбу будет. Любит тебя рыба, Леша любит. Ух ты! Смотрите, какие красавцы. Так, 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 так. Они с икрой. Вот, смотри, Денис держит. Ох, сразу два, да? Отличный дуплет, отличный выстрел. Вот, смотрите, какой хороший сазанчик, это один. И второй пример такой же, с одного выстрела два сазанчика Леша Климов взял, да. Вот такая вот красивая волжская рыба, сазан. Вот, Денис держит. Спасибо, Денис, да. Красивая рыба. Карасики, как всегда, суетятся под ветками в поисках корма, поднимая фонтанчики мути. Щука знает, где они жируют, и пасет их, неустанно обходя свои охотничьи угодья. Но нам сейчас не до карасиков и щучек. У нас охота на сазана. Там стоит курган. И хочу сказать, стоит плотно. Сейчас еще видел? Видел будет. Еще, да? А, Денис, да, хорошо, хорошо. Приподнимай. Отлично. Вот Андрей Трофимчук. Да, взял шикарного сазана. Я думаю, что это за 12-12 килограммов будет. Сейчас 200. Смотрите, у нас Денис нырнул позже всех и взял судачка. Ну вот смотрите, да, самые трудные условия, когда сильнейший ветер, мутная вода, видимо, с полметра. Вот есть настоящие охотники, которые даже здесь рыбу найдут и всегда верят, что удача, она с нами. Молодцы! Чистой воды вам и крупной рыбы! Спасибо! Уставшие, но счастливые, мы возвращаемся на базу. Нашли рыбку, как и обещали. Чистой воды вам и крупной рыбы!